мы с вами видели в прошлый раз, что вот вся эта тема царства и царствования проходит красной нитью через Священное Писание. Кстати, знаете, что интересно в библейском богословии? Мы видим тему в их развитии. Мы в прошлый раз говорили с вами о царстве в Ветхом Завете. Мы говорили о том, что Бог – царь всей земли, потому что Он – творец земли. Мы с вами говорили, что Он – царь Израиля, потому что Он искупил Израиль. То есть в данном случае он и творец, и искупитель, и поэтому он царь Израиля. Я, наверное, слишком много говорил об эсхатологической напряженности в Божьем Царстве. Я пытался сказать, что библейская история, ясная картина заключается в том, что в этом творении есть мятеж, и Божье правление, Божье Царство должно проявляться в его народе, при том, что мир на самом деле идет против Бога, против его царства, против его владычества. И мы с вами говорили также о языке царства, о том, что этот язык появляется в Священном Писании с самого начала, но особенно он звучит применительно к Израилю. Израиль – Божие Царство. Я напомню вам о языке Исхода, 19 глава. «Если вы будете исполнять заповеди мои, то вы будете мне царством священников». То есть это его народ, его царство. Если хотите, защита его царства, его пограничники. То есть мы с вами обращали внимание на то, что царство – это и духовная, и юридическая, и политическая реальность. Именно это описывает слово «шалом». То есть царство Божие – это не просто духовное, неземное. Но нет, потому что происхождение слова «царство» как раз происходит из того, что значит для Божьего народа жить в конкретном месте под его властью, под его авторитетом. Эта картинка, на самом деле, для нас очень важна. Нам очень важно ее понять, когда Иисус особенно приходит и говорит о том, что приблизилось Царство Божие. Он несет весть о Царстве. Да, это, конечно, духовная история, но это не просто духовная история, как мы с вами уже обратили внимание. А дальше история развивается, и мы идем вперед. Мы сделаем следующий шаг с вами сегодня. И очевидно, что Израиль – Царство Божие. Но дальше мы обращаем внимание не только на царство, но и на самого царя. И мы видим определенный переход. Израиль – это Божие царство, но вы знаете, что эта история ведет к царю, к Мессии. До этого вся история творения приводит нас к истории Израиля. То есть Израиль – это как раз и был тот носитель Божьего авторитета, Божьей воли, носитель того, как Бог хочет, чтобы было управление на этой земле. Царство священников, народ святой. И мы постепенно сужаем наш фокус, и мы видим помазанника Божьего, избранного царя Божьего. Мы с вами тут должны будем повторять, на самом деле, то, что уже говорили о завете с Давидом. Бог обещает Давиду построить ему дом, то есть сам Бог построит ему дом, а будет сын, и сын будет царствовать вовеки. Вторая книга «Царств», 7 глава. И царство его будет вовеки, то есть это как раз язык царства. Очевидно, Израиль – это и есть царство, однако Бог управляет этим царством через помазанника своего. Очень интересно здесь, кстати, вспомнить. Помните, что такое Божье благословение в творении? Помните, да? Расскажите, какое там было тройное благословение? Да, правильно. Теперь мне лучше. Божий народ на Божьем месте – под Божьим правлением, правящий под Божьим правлением. То есть это с самого начала здесь присутствует. Итак, с самого начала человечество должно было править, царствовать над всем творением, владычествовать над творением под Божьим владычеством, под Божьей рукой. Так что понятно, что должен быть некий человек, который становится как бы вице-регентом при Боге, потому что, да, тут об этом можно много говорить, но обратите, пожалуйста, внимание на эту связь между благословением в творении и
тем, как будет осуществляться царство над человеческим, над человечеством под Божьим авторитетом. Об этом мы подробнее сейчас не будем говорить. Мы хотим поговорить сейчас о Новом Завете. Когда мы переходим к Новому Завету, для нас очевидно, что рождение Иисуса Христа возвещается как пришествие царя, как приход царя и приход спасения, которое даст этот царь. Здесь, кстати, очень важно помнить, что в Ветхом Завете основа всего этого. Иисус не просто один из возможных царей, а Иисус тот самый обещанный, обетованный царь. Поэтому и вся эта генеалогия родословна в Евангелии от Матфея. Написано, что он сын Давида, что он действительно тот самый царь, который, который обещан по завету. Ангел обращается к Марии и говорит, что Господь Бог даст ему престол отца его Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки. Царство его не будет конца. Это совершенно прямые цитаты из второй книги Царств, 7 глава. Царь и царство. Обещание, данное Израилю. Об этом можно было бы говорить и подробнее. И неудивительно, что когда Иисус начинает свое служение, провозглашается благая весть, и это благая весть о пришествии царства, это пришествие Божьего царства в Иисусе Христе. То есть благая весть, Евангелие, Евангелион — это есть Евангелие царства. Пришло царство, потому что пришел царь. Это и есть благая весть. И вот эта терминология, царства, терминология благой вести, потому что они связаны с, между собой, она звучит снова и снова. Иоанн Креститель, да, начало Евангелия от Марка, первая глава, первые три стиха, мы читаем начало Евангелия, Евангелион Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков и так далее. То есть он приходит для того, чтобы принести свое царство. Это пришествие царства через Иисуса Христа важно в двух аспектах. Здесь есть два важных аспекта служения Иисуса Христа. Первое — это провозглашение благой вести. Его служение — это провозглашение благой вести Евангелия царства. Мы посмотрим на несколько текстов. Евангелие от Марка, 1 глава, 14 стих. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». И говоря, так в чем это Евангелие содержится? Содержится вот, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Вот это и есть благая весть Евангелия. Дальше Евангелие от Матфея, 4 глава. Здесь возникает вопрос о том, кто такой Иоанн Креститель. Действительно ли он тот, кем его считали? И цитата. «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом. Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». Знакомо вам это из книги пророка Исаии? «И сидящим в стране тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть проповедь Иисуса Христа, проповедь благой вести — это как раз часть этой общей картины. Краткий комментарий здесь сделаю. Есть люди, которые считают, что Царство Небесное и Царство Божие — это разные вещи. Раньше в классическом диспенсационализме это была очень популярная позиция различать Небесное Царство Божьего народа и земное Царство, Тысячелетнее Царство. Но поскольку вот эта позиция, по крайней мере, в наших кругах умирает, я не буду подробно ее комментировать, просто скажу, что это неправда. Что на самом деле это синонимы. Просто в Евангелии от Матфея, поскольку оно ориентировано на еврейскую аудиторию, Матфей использует фразу «Царство Небесное», потому что в еврейской традиции стремятся не говорить слишком часто имя Божие. Поэтому и говорится «небо» вместо «Бог». Царство Небесное, а не Царство Божие. А богословски значимого различия здесь нет. Ну и дальше, по поводу пришествия Царства, я уже об этом говорил неоднократно. Служение Иисуса Христа — это такое вторжение в мир, если хотите. И это мы видим в двух разных областях. Во-первых, Царство Божие и физические исцеления.
Евангелие от Матфея 4:24. Мы читаем о том, что Иисус проповедовал в синагогах и исцелял больных, исцелял всякую болезнь. И, кстати, это ведь не случайно. Две вещи он делает: и проповедует, и исцеляет. Благая весть Царства Божия, благая весть пришествия Царства Божия. Она ведь включает в себя исцеление тоже, исцеление всякой болезни среди народа. Учитывая ветхозаветное понимание царства, физического воплощения царства, мы можем понять, почему это так важно. Если мы живем в условиях полного шалом, при полном Божьем правлении, оно уж никак не совместимо с тем, чтобы жить в болезни. То есть либо шалом, либо болезнь. А тут приходит шалом, поэтому исцеление болезни должно произойти. То есть Иисус не просто говорит о царстве, он как будто вторгается в сферу болезни, вторгается в сферу смерти, вторгается в вот эту разбитость, раздрай мирской через свою искупительную силу, свои искупительные дела. Он исцеляет людей. И Царство Божие приходит через вот это самое действие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 6 стих, как раз говорит о том, что Бог имеет власть, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. То есть это физическое исцеление. То есть все это отражает ситуацию, которая была уже при грехопадении. Грехопадение ведь повлияло на все, и отношения с Богом, и отношения друг с другом, и на наши физические тела, на наше здоровье. В результате появились болезни в этом мире. Так что же делает Божие Царство, Божьей силой? Иисус освобождает и исправляет людей. Он забирает их болезнь. Он восстанавливает целостность тела. То есть он исцеляет и тело, и дух. Что же еще происходит в этом вторжении? Начинают действовать бесовские силы, и Бог эти бесовские силы покоряет. Помните, целый спор был по поводу того, чьей силой Христос изгоняет бесов. И иудейские лидеры говорили: да, мы знаем, чья это сила. Это сила сатаны. Нам страшно об этом подумать, но они так говорили. Они говорили, что Иисус — это инструмент Вельзевула, чтобы изгонять демонов, изгонять бесов. И Иисус на это отвечает и говорит: если я изгоняю бесов силой князя бесовского, ну, тут много всего. Он говорит по этому поводу: дом разделенный не устоит и так далее. Но, среди прочего, он говорит: если я изгоняю бесов силой Божьей, он говорит, я изгоняю бесов силой Божьей, да. Так вот, раз это так, значит, пришло к вам Царство Божие. То есть, опять-таки, Царство Божие идет вперед, оно развивается, оно восстанавливает духовную и физическую целостность людей, оно исцеляет. Это не только духовное восстановление, но и физическое восстановление. Он говорит: грехи ваши прощены. Потом говорит: иди и больше не греши. Но он также вторгается на территории сатаны. Он освобождает людей, которые были пленниками силы сатаны. И все это часть присутствия Царства Божия. Почему? Потому что оно представляет собой шалом Божьего искупления, шалом того, что хочет дать своему народу Бог. А как же насчет поражения врагов? Ведь римляне-то остаются, враги как будто не поражены, потому что люди считали, что если придет Мессия, Иисус, он сразу выгонит римлян, он установит свое царство. Я думаю, что вы теперь понимаете, как я буду развивать всю эту идею. Иисус это не сделал по многим причинам. И, кстати говоря, он конкретно показал, что он не пойдет по этому пути. В Евангелии от Марка есть такое понятие «мессианский секрет», потому что он снова и снова говорит: «Не рассказывайте об этом, не рассказывайте об этом, не рассказывайте об этом». То есть он делает удивительные вещи, но говорит: «Не рассказывайте об этом». Потому что он не хочет, чтобы это был политический мятеж. Помните, ведь были зелоты, люди, которые как раз и подстрекали к этому мятежу. Они готовы были повести этот мятеж. Это была бы партизанская война. Такие войны уже были, например, во времена Маковеев, когда
были длительные партизанские войны, партизанские движения с тем, чтобы изгнать завоевателей. И Иисус очень четко говорит, что «я не среди тех людей, я не среди тех лидеров, я не хочу, чтобы вы брали меч для того, чтобы завоевать Рим». Но причина заключается в следующем. Это ведь первое пришествие Иисуса Христа. Конечно, предполагается, что Он поразит врагов, Он истребит врагов, но это действие отложено, по крайней мере, в полной мере, до второго пришествия. Есть и такие тексты, как Откровение 19 глава, когда Иисус как всадник на белом коне, тогда никакой Рим ему противостоять уже не сможет, никакая человеческая сила ему противостоять не сможет, потому что он будет единственным царем, единственным политическим лидером всего мира. Но пока еще это не сбылось. Вот это освободительное движение, конечно, включается в Царство Божие. Если вы прочитаете Ветхий Завет, то там это совершенно очевидно. Защита от врагов, победа над врагом – все это, конечно, часть жизни Божьего народа. Помните судьи, допустим, их служение, служение судей. Но пока это еще не свершилось. Вот здесь, в Новом Завете, в служении Иисуса Христа, это еще не свершилось. Надеюсь, что это понятно. Итак, благая весть Евангелия заключается как раз в том, что пришло Царство Божие вместе с Иисусом Христом, чтобы исцелить людей, чтобы восстановить их, чтобы создать народ для Бога. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Все понятно. Есть какой-то вопрос по этому поводу? Да. Я не понимаю, может быть, вы об этом еще скажете позже? Но почему же все-таки римляне решили распять Иисуса, если он не выступал против Рима, если он не был для них угрозой? Я формулирую обычно так. Технически, да, римляне действительно его распяли, но требование распять Иисуса пришло от иудеев. Помните, Пилат говорит, я вообще не понимаю, зачем этого человека убивать. А люди говорят, распни его, распни его. Потому что еврейские лидеры их, собственно говоря, науськали на это. И Рим изначально говорит, я не понимаю, зачем его распинать, но поскольку есть это давление, поскольку есть эта толпа, поскольку политически выгодно Понтию Пилату все-таки решить в пользу толпы, он говорит, ну ладно, хорошо. Он говорит, я даже вам отпущу одного заключенного. Хотите отпустить Иисуса? Я вам отдам заключенного еще одного. Они говорят, нет. Мы хотим Варнаву. Нет, не Варнаву, Вараву. Да, Варнаву я распинать, конечно, не буду. Хотя, не надо ничего. Да, короче, отдай нам Вараву. И он умирает смертью на кресте. Это римская казнь. Но помните, пожалуйста, что ведь он умер потому что иудейские учителя закона как раз были той самой силой, которая требовала это убийство. А его царство, его учение о царстве, то есть это римлян никак не беспокоило, что он говорит «моё царство» и так далее. Но Иисус-то очень аккуратно использовал этот язык, эти слова. Мы знаем из Евангелий, что вот Иисус постепенно все это раскрывает. Он не говорит «присоединяйтесь ко мне и Царству Божию». Он так не говорит. Евангелисты рассказывают о его делах, и они сопоставляют его дела. Классический пример – это евангелист Марк, когда Иисус говорит так-то, тихо-тихо-тихо. То есть он не требует, чтобы толпа шла против римлян. Да, с одной стороны, он дает настоящее избавление миру, которое, в конце концов, будет иметь и политический аспект, которое подорвет власти мира. И, кстати, даже сама церковь начинает
противостоять властям мира, потому что она говорит о том, что Иисус – Господь. И это будет угрозой для мира. Но в Евангелии эта угроза еще не созрела. Это пока потише. Так насколько мы это знаем? Смотрите, ведь он использовал немудрое мира, чтобы постыдить мудрое. Да, и то есть мудрые стали как глупцы. Но получается, что Иисус все-таки представлял себя как царь. Так вот, насколько вы это знаете, насколько вы это понимаете? Хорошо, ладно. Насколько вы это понимаете? А вот ведь Мессия пришел в смирении. Но получается, что при этом он не удовлетворил ожидания людей. То есть они-то ждали, что он их спасет от Рима. Так тогда к нему можно было задать вопрос. Слушай, ты что такой скромный? Ты же можешь освободить от Рима. Потому что его любовь другая. Его любовь искупительная. Он смиряет себя в этой любви. Смиряет ради своих врагов. Для того, чтобы искупить и своих врагов тоже, между прочим. Помните, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть эта идея о том, что Бог грядет в мир, но Он грядет совершенно неожиданно, смиренно, как дитя приходит. И воплощение, и все служение Иисуса Христа — это миссия любви. А не такая... Так, мне нужно здесь быть очень аккуратным. Язык вторжения, да, я говорил про вторжение. Это не такое яркое вторжение, но при этом и бесы понимают, что происходит. Бесы это понимают, но он не провозглашает «Я Мессия, я Царь». Нет там ничего подобного, потому что Иисус не хочет, чтобы это было восстание, чтобы это было дерзкое восстание. Он хочет, чтобы это была миссия, направленная ко кресту. И мы с вами поговорим тут еще вот о чем. Есть такая вещь, как парадокс слабости. И вот чтобы видеть в этой ситуации, нужны действительно духовные глаза. Потому что картина не очевидна. Не то, что Иисуса избрали, Иисус стал главным правителем, у него огромная армия, и люди скажут, а, вот точно, вот он царь. Нет, на самом деле гораздо все более парадоксально, потому что Христос смирен, Христос беден, Иисус идет на крест, и при этом мы все равно знаем, что он царь царей и Господь господствующих. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.